Ассаламу алейкум, приветствую всех. На канале больше года не было видео по определенным обстоятельствам. Не хочу их тут рассказывать. Читал много комментариев по поводу того, как я собрал Газель, как платформа работает, я это все не скидывал. Последний ролик был завершение платформы. Частично причину, почему не снимал, сейчас я вам все расскажу. Вот у нас платформа, все работает, все рабочее. Вот этот алюминий кусок мне пришлось снять. Видите, все больше года прошло, там почти полтора, заржавело. Вот, но шасси, самый интересный момент, не Газель, а Ивека. Причина, вы видите, вон стоит Газель моя. Вот она стоит. Короче, тут было такое неприятное ДТП. Машина попала, короче, под фуру. Вот, ну, догнала. Не я был за рулем. Вот тут внутри. Видите, руль погнулся. Там сломано, короче, тотал. Не я был за рулем. Я дал одному хорошему человеку покататься. Ну, вот так получилось. Значит, так было предначертано. Чтобы эта машина ушла. И чтоб я пересел на Ивека Дели. Скажу так, что Ивека Дели — это совсем другой уровень. Газель, Валдай. С ними, с этой машиной не сравнится. Ладно, это все хорошо. У меня тут погрузка. Кстати, это наш новый двор. Как видите, мы занимаемся перепродажей, выкупом битых авто. Вот такой крузак у нас тут. Один хозяин, 2011 год. Хорошая машина была. Но вот такие проблемы у нее. Сейчас я покажу. Вот, мост ушел. Должно быть видно. Вот такой удар неприятный. Рама целая, не тронута. Сейчас мы будем ее грузить. Покажу я вам погрузку. Вы же помните, это облегченная платформа. Скажу так, когда она стояла на Газели Next, может, кто-то не поверит, я ее загнал на весы, и она показала 2820. И в этот же момент я загонял на весы сломанной платформой Газель Next напарника моего, с третьей лапой, которая посередине, она была 2880. Как следствие, это получается, что результат, который я хотел, чтобы она была облегчена, я его более чем добился. Вот пульт чуть-чуть другой, тот сломался китайский. Вот она так работает на холостых оборотах. В принципе, скорость приемлемая, больше не нужно. У нас тут проблема, что задние колеса не крутятся. Эту машину мы покупали где-то неделю назад. Сейчас я ее везу на автовоз, она поедет в Чечню. В принципе, сделать ее реально, вложение тут 1600, потому что машина уже достаточно старая, 2011 года, запчасти все есть в наличии по умеренной цене. Так, все, вот платформа. А, кстати, вот этот момент я хотел вам показать. Видите, у меня машина подкатывает. Ну, она упирается в платформу. Она ни на ручнике, ни на чем не стоит. Она подкатывает или откатывает. То же самое, когда я гружу. Короче, я вам покажу. Сейчас загружу. Все покажу. Так. Все покажу. Все расскажу.
ставим лебедку на нейтралку. Снимаем G-крюк, он нам тут не нужен. Тут есть куда зацепиться. Вообще, когда... Сейчас, секунду. Вообще, когда у машины два колеса заблокированы, в идеале нужно ее тянуть посередине. Потому что будет заносить в сторону чуть-чуть. Но я попытаюсь подкатить машину. А чтобы ее подкатить, мне надо... Сейчас увидите. Приподнять платформу. Подкатить машину до того момента, пока платформа не оторвется от земли. Вот она оторвалась, и легче будет подъехать. Но, походу, кто-то ее поставил на передачу. Что не является, что не очень хорошо. Опа. Да, она стояла на передаче. Сейчас. Сейчас все покажу. Видите, вот так подкатываем, подкатываем. Но она у меня искривилась. Надо вот так чуть-чуть сделать. Теперь можно ее спускать. Спускаем. Сейчас я в сторону встану, чтобы видно было. Вот и машина отъезжает. И дальше тащим. И вот в этом месте, где она уже упирается в колесо, ведь, скорее всего, надо будет... Надо будет перецепить. Ну или не надо. Вообще, если бы сейчас вот эта задница туда уходила бы, я просто перецепил бы на ту сторону, и получается она вот туда будет уходить. И вот так выравниваешь и поднимаешь. Очень сложно, ребятки. Как можете видеть, она еле-еле как тянет. Еще чуть-чуть осталось. Вон заднее колесо пока не заедет. В принципе, она уже заехала. И вот дальше, что я делаю? У меня же нету аут-триггера. И по идее кажется, что морда поднимется. Не тут-то было. Это все рассчитано. Смотрите, я сейчас буду тянуть, и машина сама подкатит под платформу. Вот так. И все. Дальше она потихоньку отрывается от земли и заезжает. Она же стоит под наклоном. Сейчас мы ее затянем, и потом я подтяну, она легче пойдет. Все просто. Все очень просто. И вот теперь уже лебедка должна получше работать. Ну, я про это и говорил. Так, сейчас.
ремень мешал. Наша задача упереть ее до упора, все, она уперлась. И можно крепить. Сейчас задвину платформу до конца. Все, можно крепить и ехать. Обязательно поддерживайте канал, ставьте лайк. По легковой эвакуации я вот помониторил по всей России все каналы. Вроде бы наш с вами канал в лидерах, хоть и 15 тысяч подписчиков, но, иншаллах, я планирую в 2024 году добить до 100 тысяч. А это все зависит от вас, от меня, контент, от вас продвигать мои ролики. Если вы видите какую-то пользу в том, что я рассказываю, пересылайте друзьям, кто работает на эвакуаторах. Или просто, если вы обычный человек, не эвакуаторщик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, задавайте вопросы. У меня не всегда получается ответить, к сожалению. Но не примите это за высокомерие, я просто бываю занят. Так что всем миру мир. Сейчас доедем, и я вам покажу выгрузку. А может, и по дороге поболтаем. Благо, смотрите, на Валдае вообще невозможно было поговорить за рулем. Ну, шум был. Вот я сейчас выключаю печку. Ну, блин, как легковушки. И Века Дели, оказывается, очень хорошая машина. Если кто-то в поисках машин, очень-очень-очень советую, потому что машина бомбовая. Вот те задачи, которые выполняет эвакуатор, самые лучшие. Так. Я же обещал, что поговорим по дороге. Ну вот, как можете видеть, я еду по Каду 70 км в час. Никакой шум, никакое дребезжение, ни звук мотора, ни звук коробки не отвлекает. Едешь спокойно. Все, что проговорил вот в таком состоянии за рулем, да, скажем так, все слышно отчетливо. На Алдае так не получалось. Я несколько раз пробовал, и вот эти шумы, они раздражали. Нам ехать от моей стоянки 25 километров по Каду. Все, конечно, хотят услышать цены про эвакуацию, как вообще начать работать на эвакуаторе, сколько мы получаем. Я не считаю, что это слишком хорошая идея. Объясню почему. В городе всех эвакуаторщиков я знаю, и если я сейчас через YouTube канал буду продвигать эвакуацию в том плане, чтобы там люди там пересели на эвакуатор, это как-то подразумевает, что, ну, типа, я порчу этот бизнес. Типа, много людей придут, испортит нам работу и так далее. Я, конечно, в это все не верю. Я считаю, что наша судьба уже давным-давно предопределена. Да, это причины. Но просто из-за солидарности к своим коллегам я не буду рассуждать насчет цен. Оставлю это кому-нибудь другому. В моем случае я снимаю процесс работы, как можно решить ту или иную проблему при прогрузке. Тот, кто работает на эвакуаторе, кто только пересел на сдвижку, а кто-то вообще там, я не знаю, на ломаной катается, они для себя найдут пользу в этих моих рассуждениях, когда я показываю погрузку или выгрузку. Как-то так, ребята, пользуясь тем, что у меня есть аудитория и много ребят верующих, мусульмане, христиане, любые люди Писания, хочу попросить помолиться Богу за наших братьев в Палестине. На территории сектора Газа не только страдают мусульмане, там страдают и христиане. Там есть церкви, которые разбиты. И неважно, кто ты,
если ты веришь в Бога, и ты веришь, что не может быть, ну, типа, у них конфликт, я не хочу вдаваться в подробности, но коллективная ответственность всех мирных жителей, детей, женщин, она невозможна. И давайте мы с вами станем причиной того, чтобы этот конфликт быстрее закончился, чтобы эти люди обрели, там, я не знаю, там, чистое небо над головой, чтобы просто по-человечески могли жить. И если у вас появятся свободные минуты, помолитесь Богу, кто в кого верит. Ну, особенная просьба у меня к братьям-мусульманам, чтобы искренне сделали дуа, вставали на тахаджуд, намаз, и как-то потратили свое время. Да, уже всем по горло сыты мы этими новостями, всем уже надоело, никто не наблюдает, но все равно. Пока вы кушаете, там голодают, пока у вас теплая постель, там люди на сырой земле спят, никакой гигиены, им очень трудно. Пусть Аллах даст вам то, что вы желаете своим братьям. Ладно, сейчас мы уже почти подъезжаем на выгрузке, включу камеру и засниму вам выгрузку. Только есть одна проблема, по-моему, я блок полиспас забыл на стоянке. Сейчас чуть-чуть помучаемся. Все, мы приехали на выгрузку. Такая территория. Через 100 метров поверните направо. С фурами. Короче, с Питера все машины, которые едут. Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесию, Ингушетию, Дагестан, Чечню. С этого двора. Есть автовоз Дагестан, который едет через все эти регионы, он приезжает. Короче, в основном мы отсюда отправляем хлам, битые машины. Так, автовозы, по-моему, еще не приехали, но у них тут есть стоянка. Можно заранее выгрузить и это самое оставить, что очень удобно. Некоторые просто вот сразу на автовоз грузишь, приезжаешь на эвакуаторе, тебя просят еще загрузить на автовоз, никто за это платить не хочет, вот такая канитель бывает. А вот на этой стоянке ты выгрузил и уехал по своим делам. Ребята сами все делают. Сейчас, короче, разложусь и покажу вам, как ее выгрузить. Короче, блок полиспаст я не нашел, идеальную выгрузку показать не получится. Сейчас мы ее здесь выгрузим, я попытаюсь зацепиться за этот блок, может получится, но это не точно. Смотрите, она у меня встает, платформа. Встала. Если мне надо еще выдвинуть ее, у меня просто машина отъезжает. Вот и все. Сейчас я отцеплю ремни. Так. Ремни с этой стороны. С этой стороны отцепил. Теперь вот этот ремень я зацеплю за фаркоп. Тут
ремень здесь зацепится. Вот. За фаркоп. И вот этот G-крюк, если нас сейчас спасет, если он за блок сможет зацепиться. Вот так. Так. Вот так. Видели вот этих старых фильмах, когда на стену залезали, якорь бросали? Вот по той же схеме. Сейчас. Короче, в итоге не получилось у меня доснять. Зарядка села на камере. Я уже приехал на базу. Вот та газель, которую я говорил, с тремя аппарельками. У нас тут чуть-чуть есть. Помните, я вот в этом месте, где вот этот сервис стоит, делал платформу на этот эвакуатор. Много чего поменялось. Но в любом случае, если кому-то интересно, я засниму и про сервис, и про выкуп авто. Так что все. Бездельники. Сейчас вот. Ассаламу алейкум. Все, блогерскую деятельность опять начали. С новым 2024 годом. Вот, хозяин этого Некста, о котором я говорил. Всем привет. Что надо сказать? Завершение ролика. Нет, ставьте. Ставьте дизлайки. Короче, этому человеку. Если у вас на машине номер рама родной, номер двигателя родной, валяй, валяй, это вообще плохая машина. Если у вас номер прибитый, номер двигателя другой, валяй, валяй, четкая машина. Это у вас маг и так покупает машины. Это, короче, вот этот прикол не все поймут. Я его объяснять не буду особо. Долго рассказывать. Да, да, долго рассказывать, и вообще это не так было, как он говорит. Все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Да, ждем вас. Всем снова, дорогие друзья. Ва алейкум ассалам.